Всем привет! Друзья, весна – это время перемен, и нам очень хочется, чтобы в вашей жизни они были только в лучшую сторону. Поэтому сегодня я расскажу о нескольких антитрендах весны этого года. Первое – это джинсовые куртки с мехом песца. Они были в тренде несколько лет назад, знаете ли, тогда в них щеголяли модницы практически всех возрастов, от самых юных красавиц до женщин в годах. В этот же раз подобные изделия окончательно вышли из моды, поэтому рекомендуем заменить их на более актуальные модели. Второе – это кроссовки-носки. К сожалению, так полюбившиеся многим красавицам кроссовки-носки в этом году потеряли свою актуальность. Несмотря на необычный внешний вид и удобство, модель не задержалась в списке долгих трендов. Поэтому, без сожалений, распрощайтесь с ней и обратите внимание на другие лаконичные классические изделия. Третий антитренд – это приталенная косуха. Да-да, дорогие девушки, больше не модно носить полностью облегающую вас кожаную куртку. Это не самый подходящий предмет гардероба. Мало того, что приталенные версии потеряли актуальность, они еще и не особенно комфортны, ведь их невозможно комбинировать с объемными вещами. Следующий антитренд – это вещи из тонкого трикотажа. Мода на такие изделия осталась в далеком 2015 году. Помимо того, что такие вещи не актуальны, они еще и не практичны. Поэтому выбрасываем такие вещи, они нам не нужны. Следующий антитренд относится тоже к обуви и тоже к кроссовкам. Это кроссовки с массивной подошвой. Ох, они были в тренде несколько сезонов подряд. Их носили со спортивной одеждой, романтичными платьями и даже деловыми костюмами. Век подобной обуви оказался недолгим, поэтому в этом году от нее придется отказаться. Овальные поясные сумки пользовались огромной популярностью несколько сезонов назад. Однако в этом году их придется убрать на дальнюю полку. Возможно, когда-нибудь они снова вернутся в моду и на подиумы, но не сейчас. И, наконец, последний антитренд весны этого года – блузы с разрезами на плечах. Пару лет назад такие пикантные блузы смотрелись свежо и интересно. Но как все слишком оригинальное и необычное, они быстро примелькались и потеряли свою актуальность. В настоящее время подобная модель только удешевит образ, а не сделает его привлекательным. Еще хочу сказать вам, чтобы вы, милые дамы, обращали на ваши индивидуальные особенности, на особенности вашей фигуры. И тогда любая одежда, любой образ будет всегда выигрышным. Оставайтесь дома, берегите себя, пускай все у вас будет хорошо. А с вами была я, Маргарита Абатурова. До скорых встреч на нашем канале!